Доброе утро. Прибыл на рыбацке. Поступила просьба на Дзен-канале. Опять же, повторюсь, так как обратная связь у меня на Дзен-канале. Вот я и пришел. Пойдемте прогуляемся к морю. Семь пятьдесят три. Врет. Со страшной силой врет. 8:33, 14 мая, а там 15 мая. Но температура, правда, верная. Видите? Наверное, плохо видно, но все равно видно. Со страшной силой обманывает. Тут я обычно хожу. Пойдемте вот так вот выйдем к морю, по рыбацкому поселку. Прикольное местечко, где можно с соседями общаться, выйдя на балкон. Не знаю, кому как, а мне очень нравится. Здесь своя атмосфера. Прикольная атмосфера причем. Солнце светит сегодня классно так. Причем с утра был хороший дождик. О, цветы, смотрите, гортензия расцвела. Даже лучше, чем у нас на крыше, скажу я вам. Прям шикарно расцвела. Такие лепестки какие-то странные. Продается собственность. Трюм называется. Свободные номера. Украшены цветочками. Здесь я уже вам рассказывал часть набережной. Вот, точнее, вот между эллингами сделали брусчаточка. Красиво вообще, здорово так сделали. Сразу подумали о ливневочке. У них здесь повыше уровень. Вода здесь не стоит, в отличие от соседей. Уходит. Очень красиво, очень здорово. Вот, блин, молодцы. Вот уже кто-то появляется такое. Еще цветочков-то побольше. Хотя тут тенек. С цветочками, наверное, не очень будет. Но вообще такие молодцы. Прямо здесь сделали так классно. Мне очень нравится. Моя любимая стена на рыбацком. Вообще. Помните, да, какая она была и какая она стала? Осенью она будет красная, желтая, зеленая. Но зеленая будет уже меньше. Вообще такая красота. Мне прям очень-очень нравится. Доброе утро. Мы с вами потом встретимся, пообщаемся. Да, я здесь хожу, конечно же, пообщаемся. Пляж пока готовят. Ну, вон там уже лодочки и гаражи. На пляже ведется активная работа. Тут тоже, кстати, пляж стал песчаный. Обратите внимание, грунт такой вот песчаный привезли. Будет классно для любителей песчаных пляжей. Море сегодня слегка волнуется. Но, судя по всему, есть уже как минимум загорающие. А то и купающиеся. Не, купающихся я не вижу. Честно, врать не буду. Не наблюдаю, но человек загорает точно. Яхта. Лодочка. Так, наверное, надо пойти туда, потому что с лучами солнца мы будем возвращаться обратно. Я хочу вам показать обстановочку здесь, в районе Рыбацкого. Ну, вы видите сами, у меня был конкретно вопрос про пляж. На пляже ведутся подготовительные работы. Завезен, я так понимаю, все-таки завезен, потому что здесь был совсем другой, не грунт, а вот состав. Камешки были. Теперь же здесь песочек преимущественно, то есть пляж будет очень даже мягенький и хорошенький. Все большие камни, что вы видели, они под остались, под этим морским песочком. Не, ну какие-то будут, конечно, фрагменты. Лично я не очень люблю песок, честно вам говорю, я больше предпочитаю камешки, но этот песок тяжелый, в отличие от речного песка, это такой вот морской песок. То есть он состоит, это те же самые камни, только слишком-слишком мелкие. Он будет немножечко потяжелее, чем речной, но это я так думаю, во всяком случае. Как бы так. Там уже дальше пляж Одиссея.
Кстати, на этом канале администрации рассказывалось о том, что его там уже открыли официально, даже глава, так понимаю, приезжал. Здесь, судя по всему, леска вот натянута, что-то там рыбку ловят. Кто-то что-то ловит. Однозначно. Шхуна стоит, ждет, в море не пошла. Балтику и прибрежную территорию готовят. Вот такой вот рыбацкий. Со стороны. Сейчас, несомненно, пойду еще на пляж Чайка схожу. Так сказать, отдельным роликом. Все готовится на рыбацком. Все хорошо, все потихонечку. Все налаживается. К сезону, к первому числу, будет все красиво. Появятся камешки, преимущественно из Белгородской области. Я так думаю, принесут, наверное, старые, надеюсь, покажут. Тут какой-то bear and food. Извините меня за мой английский. Я не очень так вот. Я уже и немецкий это забыл. Уже, видите, принесли мебель. Не знаю, будет теперь это Балтика или будет какое-то другое заведение, сказать вам не могу. Но вижу, что люди готовятся, фонарики вывесили. В общем, а Балтика люди по-любому. По-любому Балтика. Тройка, семерка, туз. Черный сторожевой кот. Видите, какой сидит? Что-то такое, как лайк пугливый. Здесь появились занавесочки. В общем, готовится рыбацкий поселок. И все будет хорошо и красиво. Те, кто волновался по поводу пляжа, ваши волнения напрасны. Весьма-весьма напрасны, потому что тут будет теперь такой вот мягкий пляж. Кстати, в прошлом году такого не было. Столовые тоже, видите, готовятся. Раздача. Мангальная зона. Шашлык. Меню. Потом придем, конечно же, покажем вам и меню, и шашлык. Вот такой вот рыбацкий нынче. На сей момент вот так. Еще немного, еще чуть-чуть, и торговые ряды все откроются. Гор придет со своим шашлычком. Что еще с шаурмой вкусной. В общем, все налаживается. Лето близко. О, девушка хотела поговорить и куда-то пропала. А я пришел, а ее нема. Подминула, подвела. Вот эта зелененькая красивая стена. Там дальше вообще висячие сады вот эти вот здоровские. Вот такие дела, друзья мои, на пляже Лагуна и еже с ним рыбацком поселке. Ведутся активные подготовительные работы. И скоро-скоро здесь будет очень много людей. Интересное местечко. Все, всем пока. На этом мы заканчиваем ролик про пляж Лагуна и рыбацкий поселок. Идем дальше. Вот эти висячие сады. Красивые очень. Пошел на чайку. Ждите в следующей серии.